Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня мы поиграем в Mad City, будем проходить четвертую неделю. И когда, ребят, я проходил четвертую неделю, абсолютно случайно я нашел очень прикольный баг на деньги. Просто супер, если честно. Давайте для начала возьмем оружие. Фамас мне понадобится шотган и мне понадобится шокер. Дело в том, что все миссии у нас связаны с этими оружиями. Так, смотрите. Мне нужно 15 игроков с помощью Фамаса убить, я это уже сделал, арестовать суперзлодея и убить 10 человек с помощью шотгана. Давайте закончим эту миссию. Я уже, в принципе, почти все выполнил, по одному пункту везде оставил, чтобы это вам показать на видео. Итак, ребята, убиваю шотгана. Так, готово. Все, 10 из 10 выполнен. Теперь мне надо с помощью шокера, по-моему, 15 криминалов поймать. Так, где мой шокер? Вот он. Да, готово. 15 из 15 выполнен. Супер! На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Я надеюсь, что вы уже все подписались на мой канал, но я сейчас проверяю, что еще мне нужно сделать. Так, ни в коем случае не выполняйте пятое действие, не становитесь супер злодеем 5 раз. Вот оставьте вот напоследок один раз, как у меня, 4 из 5. Я вам покажу прикольный баг, связанный с этим. Ну, вы поняли, да? То есть из этого оружия вам тоже нужно убивать людей. У меня просто уже 15 человек я убивал из него, поэтому как бы пройдено. И напоследок, ребят, сейчас мне нужно супер злодея арестовать. Вот он прыгает рядом со мной. Готов, арестован. Ну что ж, ребята, спасибо, кстати, всем моим зрителям, подписчикам, кто играет на моем бесплатном VIP-сервере в Mad City. Вы, кстати, тоже можете присоединяться. Туда я захожу периодически снимать видосики. Ну и как сейчас тоже показала практика, очень классно, что вы есть на моем сервере, что вы играете и можете мне помочь с записью видео. Кто еще не подписался на мою страничку Red Cat YouTube в Инстаграме, обязательно это сделайте, а я продолжаю. Сейчас, ребят, я зашел уже на пустой сервер, для того, чтобы мне не мешали выполнять следующее задание. Следующее задание довольно-таки сложное для новичков, возможно, потому что они не знают, где его выполнить. Нужно найти оружие Dead Ray. И сейчас я отправляюсь на его поиски. Так, делаю еще один баг. Я думаю, что многие из вас его уже знают. Итак, полетели, юху, и мы уже на свободе. Такой очень удобный, быстрый побег. Итак, ребят, для того, чтобы найти нам ключ, который откроет хранилище с Dead Ray, это специальное такое оружие, нам нужно отправиться в пирамиду. Кроме того, ребята, пирамиду переделали, и, оказывается, вам не показал этого в прошлом видео. Тогда переделали очень много всяких ограблений, сделали новых. И, оказывается, пирамиду тоже теперь немножко по-другому нужно грабить. Я почему-то это пропустил. Ну что ж, давайте сейчас мы ее быстренько ограбим. Кстати, напишите, ребята, в каком месте пирамиды вы падаете чаще всего. Вот здесь вот, на всяком таком прыгающем. Либо же вот эти вот штыки. Вот я лично умираю все время на этих штыках. Это просто какая-то невыполнимая для меня задача. Ну как сейчас? Я вроде уже прошел. За хвост мне, что ли, нажал? Не знаю. Ну что ж, ребята, я опять вернулся. Надеюсь, второй попытки мне получится это пройти. Мне эти штыки, это просто, я их ненавижу. Я все время на них натыкаюсь. Здесь еще более-менее, в принципе, перепрыгиваю. Хотя иногда тоже осечки бывают. Но вот этот вот столбик пройти иногда очень сложно. И я не понимаю, если честно, почему меня эти штыки задевают. Раньше как-то вдоль стеночки бежал, и ничего, все нормально проходило. Сейчас, вот видите, прям надо, чтобы еще и хвост не попало. Все, слава богу, прошел. Ну, дальше уже просто. Хотя тоже бывает, что в конце в паркурчике тоже падаешь. Так, аккуратненько. Ай, больно. Больно. Такс. У меня, кстати, раз даже шар вылетал сюда. Я такой прыгаю, у меня шар такой дыдыщ, лобысь. И все закончилось. Так, ну что, сейчас мы посмотрим хранилище. Хранилище переработали, действительно, там сейчас по-другому все грабится. Довольно-таки все интересненько. Ну и, конечно же, стало немножко, скажем так, нереальненько.
неправдоподобно. Ну, вы сейчас все увидите. Пока я бегу, вы можете подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. Если уже подписаны, можете подписаться на второй мой канал, Red Cat Roblox. Там тоже очень прикольное видео. Смотрите, ребят, у нас, видите, большие статуи есть. И вот эту вот огромную статую я сейчас могу засунуть в маленький такой мешочек. Давайте начнем ограбление. Вот, смотрите, treasure. Нет, наверное, большую я никак не засуну, да? Я думал, что ее тоже можно украсть, нет? Хочу украсть ее. Но вот эти маленькие точно. Хопа! Сложила себе так статуя в мой мешочек. Или вот этот вот. Он в два раза больше меня. Как он может там поместиться? Это что-то неправильное. Так не должно быть. В общем, ребята, здесь, в этом хранилище, у нас есть сундук, в котором лежит золотой ключ. Вот он. Забираем его. Все. Главное, что мы забрали ключ, и теперь мы можем попасть в секретное хранилище. Ну, а перед этим давайте пособираем еще немножко всяких артефактов. Я хочу посмотреть, какая здесь максималка, сколько предметов у меня помещается в этот маленький вещь-мешок. Я понимаю, что он какой-то бездонный. Смотрите, огромную статую. Ту-ду-ищ. Запихну, вообще на изи. Слушайте, у меня вот пришла идея. Я смотрю на эту анимацию. Подлетает такой мешочек, видите? Может, когда я его забираю, он как бы стирается в пыли, все помещается в маленький такой мешочек, но этот маленький мешочек попадает в мой большой мешочек. Тогда это более-менее логично для меня. Потому что как вот эту огромную статую можно засунуть в маленький мешок, который у меня на плече, я вот просто не понимаю. Так, ну что, я уже понял, ребята, что максималка тут, скорее всего, это будет 30. Давайте смотреть. Да, так и есть. Все, 30. Осталось посмотреть, сколько денег мне дадут за 30 предметов, которые я награбил. Я думаю, что, как и прежде, это будет 15 тысяч. У меня випка есть. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Но сейчас мы это все проверим. Я, кстати, ребята, назад не убегаю. Я просто стою себе в пирамиде и жду, пока закончится время, чтобы меня автоматически выкинуло из пирамиды. Потому что если я буду проходить паркур заново, еще в обратную сторону, то 100% я где-нибудь упаду, и весь мой прогресс потеряется. Поэтому я не рискую, просто жду, пирамидка себе закрывается, меня выкидывает, и я спокойно добираюсь до базы злодеев. Так, ну что, все. Отдаю, смотрим. 15 тысяч, да, 15 тысяч. Окей. Ну что ж, первую часть задания, так сказать, мы выполнили. Мы получили деньги, мы получили ключик. Теперь отправляемся на секретное место, где мы будем Dead Run забирать. Летим вот сюда, вот KFC. Мы подлетаем, но не за тем, чтобы покушать, а для того, чтобы попасть в секретную комнату. Здесь у нас, кстати, есть сейф, его тоже можно грабануть. Ну, немножко вам, конечно, дадут, но тем не менее. Все, 1000 я получил. И теперь открываем сейф. Все, открывается он, и забираем нашу пушку. Смотрите справа. Есть, готово. Мы выполнили, ребята, еще одно задание. И теперь идем выполнять самое последнее задание. Оно заключается в том, что мне нужно стать суперзлодеем. И сейчас я буду становиться им с помощью секрета, багов, как хотите, так и называйте. И смотрите внимательно, сколько у меня сейчас денег. 2 миллиона 513 400. 2 миллиона 513 400. По идее, ребят, когда я выполню последнее задание, мне дадут 150 тысяч за то, что я выполнил недельный квест. Но, ребята, я получу 300. И смотрите, как я это сделал. Итак, я сейчас за супергероя подхожу к этому камушку, и мне нужно его будет взять после того, как я перейду в другую команду. Я это уже показывал раньше, этот баг. Но, оказывается, вы видите, он сейчас по-другому действует. Итак, смотрите, ребята, 300 тысяч мне добавили, у меня стало 2 миллиона 813 тысяч. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Давайте я немножко покажу еще раз, как это сделать. Итак, последнее задание у вас должно быть в пятый раз стать суперзлодеем. Для этого вы выбираете другую команду, выбираете на заключенного и быстро в этот момент нажимаете клавишу И английская, либо же Е русская.
вы становитесь сразу суперзлодеем, сразу попадаете в тюрьму или на базу суперзлодеев, тут по-разному. И видите, получаете 300 тысяч вместо 150. Вот такой вот баг абсолютно случайно я обнаружил. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, вы поставили уже лайк под этим видео. Ну а с вами будем встречаться уже в следующих видео на канале Red Cat. Всем пока!